Всем привет! Меня зовут Андрей Тарусов. Я русский иллюстратор, который живет в Америке. Я здесь живу уже 3 года, и у меня возникла мысль поделиться с вами своим опытом и всякими интересными вещами. Я начал делать YouTube-канал какое-то время назад на корявом английском, и я буду продолжать, потому что большая часть моей аудитории — иностранцы. Я, конечно, делал русские субтитры, но не всем это было интересно. Так что это видео для вас, для тех, кто не знает английский и кто не умеет читать. Ставь лайк, если ты такой. В общем, я решил, что нужно сделать отдельный сегмент на моем канале для русскоговорящих людей, где я буду спокойно изъясняться и рассказывать про то, что очень обычно для Америки и очень необычно для России. Например, свобода слова. В общем, я хотел бы, чтобы YouTube был такой площадкой, где мы могли бы дружить, обмениваться идеями, общаться, потому что в Америке у меня нет друзей. Кстати, это реально причина, почему люди русские в других странах так часто заводят YouTube-каналы. Можете меня спрашивать, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Может быть, вам интересно, как переехать и найти работу в другой стране. Может быть, вам интересно, как добиться успеха в каком-то деле, например, в иллюстрации. А может, просто, как я провожу свой день. Давайте я дам вам еще несколько идей. Я могу рассказать про интересные места в Лос-Анджелесе. Куда стоит сходить, если вы приехали. Классные мероприятия и конвенции, например, Комик-коны или Монстерпалуза. Я могу рассказать про классные, необычные комикс-магазины. Я могу делать обзоры новых книг и фигурок. Конечно, покупать я их не буду, я просто буду ходить в книжные магазины и рассказывать про них там. Хочу сделать отдельное видео про, например, самые крутые необычные граффити в Лос-Анджелесе, потому что здесь очень много классных граффити. В общем, пишите в комментариях, про что рассказать, и давайте общаться.